Добрый день. В последнее время, за последний год в нашу жизнь вошел еще один прибор, который в народе метко окрестили прищепкой, ну, потому что он по внешнему виду напоминает прищепку. На самом деле это пульсоксиметр, который меряет, ну, собственно, пульс, сердечные ритмы, а кроме того умеет мерить насыщение крови кислородом, анализируя цвет крови в зависимости от того, сколько у нее кислорода, и на основании этого делаю вывод о степени ее насыщения. Ну вот один из таких приборов мы сейчас и посмотрим. Это прибор фирмы Элария. Значит, поставляется он в такой коробке красивой, на которой рассказывается, что он, собственно, умеет делать. Умеет делать он мерить насыщение крови кислородом, следить за пульсом и мерить силу объемного капиллярного кровотока. Индекс перфузии это называется. Ну, коробочка красивая такая. Вот на обратной стороне тут рассказывается, какие значения сатурации нормальные, какие ненормальные, что показывается на приборе и как им, собственно, пользоваться. Ну, это обычная прищепка. Коробку я распаковывать не буду, потому что я все это дело распаковал перед тестом. Значит, внутри коробки, собственно говоря, что есть? Есть инструкция, которая объясняет, как это работает, шнурочек, позволяющий все это повесить. Сам прибор. Значит, прибор этот достаточно легкий. Сейчас мы его взвесим. Для этого сейчас включим наши весы, поставим сюда этот приборчик, нам покажет 52 грамма, это вес с батарейками. Без батареек он весит порядка 30 грамм, но я уже его снарядил, чтобы показать, значит, что он из себя представляет. Ну, как видите, прищепка, значит, с одной стороны зажимается, вот сюда вставляются батарейки, здесь вот подцепить можно, они вынимаются. Две батареечки, 3А формата, маленькие, мизинчики. Вот сюда вставляет, собственно, палец. Значит, там внутри светодиод и фотоприемник. Светодиодов на самом деле два. Один светодиод красный, другой инфракрасный. Значит, они просвечивают палец. И на основании прошедшего света, во-первых, считается пульс. То есть кровоток идет, толчки крови идут. Соответственно, значит, поток света меняется. На основании этого делается вывод о пульсе. И делается вывод о том, как изменился прошедший свет, делается вывод о степени сатурации. Ну, сейчас включим, посмотрим. Значит, включается эта вещь вот так. Значит, что здесь можно пощелкать, поменять экран, поменять ориентацию экрана, как видите. Можно включить, это включаются настройки. Значит, что здесь настройка? Здесь в настройках можно включить звук. То есть, если какие-то параметры будут неправильные, то он автоматически запищит. Это он отключает. Значит, что здесь происходит? Автоматическое отключение. Если ничего не меришь, то он автоматом отключается, экономит батарейку. Ну, мы сейчас его опять включим, ребят. Не гордый, значит, меняется экран, как видите. Если дольше удерживать, то вот мы входим опять в режим настроек. Дальше, значит, устанавливается порог сатурации, порог пульса, при котором кричать. По менюшкам ходит вот так вот. Меняешь. Значит, соответственно, переключается. Если подольше подержать, то начинает меняться параметр. Ну, рестор, значит, сбрасывает параметры в изначально. Значит, включаем, как это замеряется. Замеряется это очень просто. Значит, появляется сначала экран. Как только вы сюда вставляете палец, происходит замерение. Вот, пожалуй, замерил сатурацию 96 и пульс. Ну, пульс у меня сейчас повышенный. Волнуюсь. Записываю ролик, поэтому заметно. Ну, 95-96 поддерживает сатурацию. Значит, что? Производитель заявляет, что мерить желательно в слегка затемненной комнате. Ну, значит, могу сказать, что вот если подойти в сильно освещенной, то он покажет значение выше. В затемненной комнате, ну, покажет, показывает реальное значение. То есть это вот примерно реальная сатурация. Ну, вот ради интереса сейчас померим на другом пальце, а заодно переключим, пощелкаем экран. Вот, пожалуйста, можно посмотреть вот так. Можно посмотреть вот так вот. Вот видно хорошо. Сатурация у меня сейчас 96. Вон внизу показывается пульс. В середине показывается индекс перфузии. И с правой стороны пульс. Пульс заодно вон показывается еще и ритмами, то есть вон то увеличением идет. Сверху показывается уровень заряда батарейки. Ну и, собственно говоря, написаны параметры. Вот SPO2 это как раз и есть сатурация, PR, вот это уровень пульса, ну, сердечный ритм. Вот такой небольшой прибор, вот что он умеет. Собственно говоря, все. Вот как только палец вынули, он заварился фингераут, то есть пальца вашего нет. Сейчас через некоторое время он отключится. Вот такой небольшой прибор, который в последнее время стал несколько даже
полезным и необходимым. Вот конкретно этот прибор стоит что-то в районе 2000 рублей в магазинах. Ну, есть разные цены. Медицинские такие вот тестованные стоят дороже, там до 5-6 тысяч рублей доходит. Вот этот прибор относительно дешевый. Значит, что я хочу сказать? На основании всех этих измерений можно собирать статистику о том, что у вас происходит. Делать самостоятельно какие-то выводы, разумеется, нельзя. Для этого существует врач. То есть можно что-то смотреть, и если что-то у вас изменилось, то тогда обращаться к врачу. Самолечением заниматься не стоит. То есть это прибор для сбора вашей статистики и просмотра того, что происходит. Ну, учитывая последние обстоятельства, учитывая то, что как бы никто не застрахован. Вот лично я свои 3 недели, положенные с воспалением легких, отболел, и тест у меня был положительный. Ну, закончился достаточно легко, я даже не в больницу никуда не попадал, так дома немножко повалялся. Вот хочу сказать, что да, приборчик, наверное, полезный. Вот такой прибор. Илария Хилтчек. Пульс оксиметр. Спасибо за внимание.